Очередная посылочка. В этой посылочке рефрактометры. Очень полезная штука для виноделов, винокуров и так далее. Рефрактометры для измерения спирта и сахара, в общем, два штуки. Продавец проверенный, заказ уже не первый раз. Доставка есть у него из Украины, из России. На этот раз из Украины не было. Пришлось продавцу отправлять из Китая. Ну, доставка заняла всего лишь час пандемии, когда задержки везде по доставкам. Заняла всего лишь 25 дней. Думаю, отличный результат. Даже меньше, около 20 дней. Рефрактометр уже беру, наверное, пятый раз. Друзьям, товарищам. Друг попросил, вот заказываю. Сейчас сразу их распакуем, давай проверим, что к чему. Чем они хороши, отличие от спиртометров обычных. Спиртометр, чтобы точно показать, нужно 20 градусов по Цельсию напиток, который измеряем. И емкость, в которую погружать. То есть это 100 мл где-то как не меньше. Для рефрактометра достаточно одной капли и откалибровать по температуре окружающей среды, то есть комнаты. Допустим, у вас в комнате 22 градуса. Вы его откалибровали на водке, допустим, 40-градусной. И при этой температуре меряете постоянно, не надо охлаждать до 20 градусов. Либо у вас 26 дома градусов, откалибровали на 26 градусах. Вот. Даже можно теплую капать, капля охладится сразу до нужной температуры, потому как объем капли очень мал, не прогреет площадь линзы. И тем самым показывают точно, очень точно. Такие рефрактометры. Это у нас рефрактометр типа сахара от 0 до 30 брикс. Покажу я вам, попробую сейчас снять на камеру, что там показывают, как показывают. Вращая окуляр, регулирую резкость. Можно регулировать. Вот так вот, от 0 до 30 брикс. Это процент сахара, содержание сахара в жидкости будет показывать. Разделение будет синее на белое. Ну, сейчас на водке буду мерять и все покажу. Здесь у нас калибровочный винт. Отвертка в комплекте. Калибруйте при необходимости. Инструкция есть на английском языке. Через Google переводчик можно все перевести, если что непонятно. Ну, все понятно довольно просто. Тряпочка идет запасная. И пипетка в комплекте. Вот она, пипеточка. Каждому рефрактометру есть пипеточка. Очень довольно мелкая, но полезная штучка. Так, это один комплект. И это для спирта от 0 до 80. Но сразу скажу, корректные показания от 0 где-то до 55% содержания алкоголя. Корректно показывают. После где-то 60 уже начинает, даже после 55, после 60 начинает уже некорректно показывать. Для этого уже стеклянные есть профессиональные спиртометры. Смотрим, что у нас здесь. Вот от 0 до 80. А теперь у меня есть эталонная, хорошая, вкусная, дорогая водка. Показывать не буду, чтобы не делать рекламу. Которая точно 40 градусов. Капаем капельку всего лишь. Закрываем. И все. И у нас уже показывает уровень алкоголя в жидкости. Ну вот, как можно видеть, при моей температуре в квартире, у меня сейчас 25 градусов, нужно откалибровать до 40. То есть, поворачивая винт, будет изменяться шкала. Регулируем. Винт довольно такой жесткий. Ну вот, 40 градусов ровно. Демонстрирую. Пожалуйста, 40 градусов. И все, при этой температуре я могу теперь мерить свои напитки. А для этого нужна всего лишь капля алкоголя. Классные рефрактометры, очень полезная вещь. Винокурни, те, кто увлекается. В общем, все, на этом все, обзор можно заканчивать. Кому нужны эти рефрактометры, ссылочку, конечно же, оставлю в описании. Смотрите под видео, заказывайте. Продавец проверенный, все класс. Запаковываем и отдаем владельцу. Радость такую.